Итак, здорово, короче, карлики. Попросили меня карлики посмотреть на Batman Arkham Knight 2015 года на 2080. Показать, так сказать, им. Вот, и так как эта игра в свое время мне понравилась, то я решил это сделать. Но, честно говоря, я сейчас вот немножко уже посмотрел за кадром и, конечно, сейчас уже разочаровался по современным меркам, конечно, фуфло ебаное. Вот, также хочу сказать, например, что посмотрите, вот Division 2 обзор мой, да, на 2080. И вы увидите, насколько графон как бы круче там. Ну тут, во-первых, все время ночь, что дня, по-моему, вообще не бывает. Но я как бы особо не играл в нее, но уверен, что дня тут нету. Вот, посмотрите Division 2, да, и сравните просто графон, и вы все поймете. Вот этот плащ, который, когда вышла первая часть Arkham Asylum, там в 2007, что ли, году, что-то такое, это было охуенно. Тогда это физикс был, физиксы, развивающиеся материи, это было мега прорыв, мега охуенно. Ну, в 2015 году это уже не так охуенно, плюс, как мы видим, он не плавно, да, у него резко идет. Но вот видите, какая-то линия, по которой резко преломляется. То есть, ну, нереалистично. Плюс вся игра абсолютно пластмассовая, да, тут все просто пластмасса, пластмасса, пластмасса. Ну, текстурки вот такие вот. А еще страшнее на кирпичах. На кирпичах тут вообще, смотрите, что. Вот. То есть, понятно, прошлый век, так сказать, хыч-хыч, как с Альбаба. Так что ставим лайк, лайк ставим на этот обзор. Тем не менее, я сейчас все равно смотр сделаю. К сожалению, нельзя это самое разлочить тут почему-то FPS. Я убирал синхронизацию, но все равно он не разлачивался. Тут максимум только 90 FPS можно поставить, но так как она все равно 90 прет, 4К резолюция, да, и все равно 90 FPS прет, все на максимумах, то я решил, но все равно как-то подтормаживал хоть 90 FPS, я решил включить уже тогда синхронизацию, хоть и 60 FPS, но более плавно. Вот такие вот. Причем не в драйвере отключено. Вот в прошлый раз я где-то жаловался в какой-то игре. Там, да, в драйвере это отключил. Мне посоветовал один карлик. Я отключил, и все время была включена синхронизация. Здесь нет, я проверил сейчас. Все нормально, как бы. Что-то просто не работает в игре. Я перезапускал ее тоже, игру. Вот, ну так это все выглядит, да. Пластмасс на пластмассе. Травка тут нищая. О, смотри, ну это что за травка, ёпта. Ну это пиздец, короче. Вот такие вот тут. Ну, текстуры-то, посмотрите, вот тут вот такие вот текстуры, это, конечно. 2001 год, Counter-Strike 1.6, ёпта, мазафака. Вот, поэтому лайк, 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 ставим лайк. И смотрим Division 2 обзорчик, тоже лайк ставим. Star Citizen, Star Citizen еще ролик запилю, мне там сказали, что где надо, так сказать, куда там зайти. В какую секретную дверь, чтобы выйти на улицу. Блять, нахуй он показывает вот это говно F. Ну вот это, куда прицепиться можно, типа. Мне это портит все, ёпта. Почему-то в 15-м году мне эта игра дико понравилась. Не знаю, сейчас, конечно. Ну, 15-й год тогда, да. Все-таки в графике как-никак за 5 лет. Не то чтобы прорыв, но существенные изменения произошли. Вышел ряд игр. Я последние обзоры про это говорю, да. Battlefront, вот я сделал обзор на Battlefront 2. Посмотрите, там в конце джунгли. То есть, а это по сути Battlefront 1, тоже 15-го года. Watch Dogs 2 вышел. Да хуя, что вышел. Ну я молчу про Metro Exodus, про RDR 2. Про эти игры я вообще молчу. Вот, то есть реально все-таки, можно сказать, ну не прорыв, но серьезное улучшение графики произошло. И то, на что мы дрочили в 2015 году, вот помните, я вот Star Citizen сделал обзор, кто не смотрел, посмотрите, лайк поставьте. А в 2014 году, когда вот первый раз смотрел, блять, я дрочил вообще жестко на него. А сейчас сделал, и такая параша жесткая, при том, что в лучшем разрешении, да, в 3К резолюции, как бы, там-то я делал Full HD. И FPS там низкий, блять, и вообще вот так. Ладно, надо понять, что здесь делать, чтобы пройти. Сейчас соображу. Так, вот он дверь лазером хуячит. А, может, надо машину сесть? Так, как там сесть? Блять! Тихо.
Блять, как меня бесит вот это неправдоподобное. Но это все для школьников, понимаете? Это вот эти все прыжки, блять. Что сделать-то? Блять! Я F, я хочу что-нибудь открыть. Эта игра, конечно, для шкальцов немытых. Но все равно она мне нравилась, да, и когда в 7-м году вышла, нормально была. Ну и в 15-м году прикольно просто. Просто как бы всему свое время, блядь. И вот время этой игры прошло, нужен новый графон. Все пластмассовое, да, вот этот пластмасс вся. Нет, оно не то, что прям позорно выглядит. Выглядит так прикольно, но, блядь... Конечно, по сравнению со всякими РДРами, это уже ни о чем. Кстати, посмотрел Last of Us 2. Вышла эта параша консольная. Блядь, там такой фуфел. Ну, графон не то, что прям ультра отстой. Ну, просто отстой. Примерно 17-й год в лучшем случае, да. И, блядь, там все видно там. Ну, понятно, это устаревшие консоли. Ну, а какая разница? Зачем люди дрочат на это? Вообще не понимаю. Все равно же лучше графика, чем в первом Last of Us. А в первом Last of Us я посмотрел, там вообще графон палеозои, птеродактили полные. Вот, куда вот идти, вот понять бы. Вот там СССР написано, прикольно. Вдалеке, видите, СССР. А, ну это Готэм. Не Готэм, город. Короче, вот это 4К резолюция ваша любимая, да? Все летает, даже 90 FPS, может, ну, к сожалению, полная разлочка не снимается. Не особо выглядит детализация, не то что, может ее, ну сложно сказать, хватает, не хватает, да, 4К резолюция, но дня не хватает, скорее всего, дня не хватает. Для 15-го года, наверное, не так уж и плохо, но сейчас как-то уже, блядь. Так, куда идти? Куда-то вот куда-то туда, что ли, непонятно. Что за задача вообще, что надо? Не дайте пугу зарыть бомбу с такси. Найдите пугало с помощью антенны на складе Falcon Shipping. Так, и чё? А, вот сюда что? Ничего ещё не понимаю. Сюда? Сейчас пешком что ли ебашите? Нихуя непонятно, что делать. Нихуя непонятно, но очень интересно. Тачки вон там ездит. Но поворачивает по скрипту, вообще анимация плохая. Вон. Знаете, он тачка едет, смотрите, если она повернет сейчас. Она поворачивает вообще, ну, как игрушечная машинка. Так. И это, представляете, вот еще раз, я, конечно, повторяюсь, но это 4К резолюция. Она мне-то на Full HD понравилась, да? А на Full HD это гораздо все мыльнее, понимаете? А тут 4К резолюция, вон, кстати, дирижабль. И не вставляет карлики, не вставляет. Вот я уже прошел до лета в RDR 2, потом ролик сделаю. Там, да, там графон. А вот Last of Us, возвращаясь, да, к Last of Us. А, вон же, даже 500 метров написано. Вон Бэтмен, сами Бэтмен, ёпты. Так вот, возвращаясь к Last of Us. Уэйн. Графон вообще жесткая параша, там все, там, как бы вам сказать, ну, одежда, да, одежду взять, пластмассовая одежда, со слабым текстурированием, ну, травка такая себе, блядь, лошади хуже, чем в RDR 2, RDR 2 уже вышла хуй знает когда, она же вышла. Она же осенью вышла только на ПК, а на консолях она года... Еще до этого, по-моему, за год вышла. То есть она года полтора назад вышла. FPS я прям смотрел, да. Я вот стримы смотрел там. Блять, заебал уебище. Знаете, когда вот так вот шевелят там, да, в игре. И там видно прям, ну когда низкий FPS, здесь более-менее плавно, да. Хотя здесь тоже не 150 FPS. А там, когда так шевелят, там видно, вот здесь 30 FPS, да, они так медленные. Так это противно смотрится, как будто это какая-то PlayStation 1, как будто, ну, там 2000 год, понимаете, 2005. То есть, сейчас это уже просто смешно, я не понимаю. Блять, заткнись ты, уебище. Я не понимаю еще, кто в это играет. Сюжет там просто, Press X to Win, там это кинцо, он просто, я смотрел, да, я специально, я полчаса, наверное, разных причем смотрел чуваков, то есть, стримеров, да, там, ну, кучу, и на Ютубе даже посмотрел.
Вот. И они там что не смотришь, они просто идут. Просто вот идут, идут. Ну иногда там, я чуть ли, блядь, не один раз там из 10 увидел, что-то они там дрались немного. А все время идут куда-то, идут и смотрят локацию, да. То на лошади скачут, то просто идут. То есть такое ощущение, что, блядь, да заткнись ты, уебище. Сука, пиздец. Как это? Радио, что ли, его отрубить надо, блядь. Короче, блядь. Такое ощущение, что вот дизайнеры наделали левелов, да, всяких там гор, там еще чего-то. И ты просто как бы как это, как турист вот в Таиланд приехал, и ты экскурсии, ты просто идешь, просматриваешь, какая-то игра, в чем игра. И при этом графона-то нету реально пиздатого. То есть, на что ты смотришь, на устаревшую графику древнюю, да? То есть вообще вот это мне непонятно на самом деле. Пишите, кто что думает, лайки ставьте. Кто не видел мой обзор на PS5, тоже, в общем. Смотрите, лайки ставьте. Голосуйте против поправок, обязательно идите голосовать. Бойкот неприемлем. Вот. Не, все равно, кстати, игра такая приятненькая, да, даже сейчас. Приятная, приятная. Но она приятная, но она, конечно, уже очень сильно, ну, вообще даже не передовая абсолютно. Так, куда там дальше, значит, давайте посмотрим. Так, вот сюда, окей. Ну, я еще немножко поиграю, дальше посмотрим. Здесь, в принципе, уже и так все понятно, потому что, ну, как бы, ну, понятно все, ёпта. Она вся такая будет пластмассовая, как бы, ух ты, как прикольно. Они специально так сделали, что прям ты вот прилетел оттуда ровно сюда, прям. Вышки вот эти, ну, вы в реале в городах видели такие вышки, блядь? Ну, нету же таких вышек. То есть, здесь вся игра, да, геймплей построен на вот этом парении, и поэтому весь город состоит из таких шпилей, из которых удобно парить. Не, конечно, прикольно это сделано, вот, но, блядь, вот чувствуется, что графона не хватает, то ли дня не хватает, вот дождик может портить, да? Как-то это все, блядь, не очень, не очень. Даже именно для ночного города, то есть даже ночной город должен по-другому выглядеть, при том, что 4К резолюция, все должно быть очень четко. Оно как бы вроде и четко, но не очень, не очень. Ладно, я думаю, новый Бэтмен выпустят, там графон уже на новый уровень ебнутый там уже. Ну, блядь, 5 лет. Кстати, новому Бэтмену, кстати, нет. Почему? Они одно время выпускали постоянно новые части, он там каждые 2 года выпускали. В 13 году был, в 10 или в 11 году был, в 8 году. То есть, а сейчас почему-то нету нового Бэтмена. А уже графон подтянулся. Но все равно красиво так смотреть. Я вот почему любуюсь, да, вы скажете, что ты на масс не играешь. А я любуюсь все равно, хоть и не супер, прям ультра, но какая вот еще игра, вот именно вот с таким дизайном. То есть Assassin's Creed там, ну, там как реальные города, там такой фамилия. Это же вымышленный город. А, там RDR 2, там сами понимаете, что там за города, Дикий Запад, там горы только там, когда красиво. Ну там, ну красиво, но там совсем все другое. Именно. Вот в этом, ну, в каждой игре все по-специфичному. Тот же Metro Exodus взять, он очень красивый, но с RDR 2 его нельзя впрямую сравнивать, потому что, ну, разные локации. И та очень красивая, и та очень красивая. Хотя я, пожалуй, бы все-таки Metro Exodus дал первенство, но такое, знаете, прям на полбал, грубо говоря. Ну, из 10, там, не знаю. Даже не из 5, да, а из 10, из 10. Грубо говоря, там метро это, например, 10, а RDR 2 9,5. То есть не 4, не 5 и 4,5, там же разница большая, мне кажется. То, что в метро восхитительно сделан паровоз, просто восхитительно. Вот эта идея, как ты едешь на паровозе, восхитительно. Дальше, как ты управлял там тачанкой, я это сниму, блядь. Ну, потом, отдельным роликом, ну, на Мастрэш, наверное, как там. Ну, ты там, вот, где вот эта церковь на воде, там ты в итоге же едешь на дрезине, вот дрезину эту воруешь, вот это охуенно сделано. То есть, вообще охуенно. Да, Готэм. И Готэм такой молодой, и карлик еще впереди. Конечно, здесь атмосфера все-таки охуенная, такая прикольная. Но не, но все-таки город такой пластмассовый. Блять, заебали же, пиздеть. Кончай пиздеть, ёпта. Ладно, сейчас всех покоцаем. Бэтмен нахуй. Даже перевода нет на русский. Вот. Не, все равно игра, конечно, достойная. Просто сейчас она уже, да, подустарела такая. Все равно охуенно, как бы. Прям хочется даже поиграть. Я, может, даже на стриме поиграю, блядь. Захотелось аж поиграть. Потому что все-таки игра, блядь, достойная, блин. Я ее купил, это у меня лицензия. Но, конечно, вот эти вот цветочки пластмассовые, вот коллизии модели, да, когда вот ты просто заходишь, сквозь них проходишь.
Ну, понятно, это мелочь, но мы-то ждали, я еще в 2010 году ждал реалистичную уже физику, мир. А сейчас уже 2020 год, но игра, конечно, 15-го года, но и в 2020 году все равно нихуя нету. То, что вот этой реалистичности по мини нету. Ну так само прикольно, вот атмосферность, пластмассовая атмосферность, она, конечно. Цель не обнаружена. Нажать. Так, тут как надо войти в дверь, мне кажется. Как тут войти-то, блин? А, пробел, дверь заперта. Окей, здесь просто на каких-то кнопках нестандартных. Во всех играх F или E или F. F обычно. Войти здесь. Пробел. Режим детектив. Противники. Надо забраться. Вот видите, жертву сейчас будем выслеживать. Ну, там жертва лежит. Ну, предположим. Так, куда дальше? Один выбрать бета-ранг. Нацелить. Не типа терапевтить наружу. Надо. Блять, такой скриптовый геймплей, конечно, я охуею. Просто. Блять, все равно охуенно, да? Все равно вот океан вот этот, блять, все равно охуенно. Пробел планируешь, убежишь же, спланируйте за спину, блядь. Спланируйте. Блять, все-таки. Несмотря на то, что я обсираю, все-таки вот атмосфера Готэма, да. Поэтому в 15-м году она понравилась, а еще не было таких супер графонистых игр, которые сейчас уже просто. Блять, сука, не спланировал. На нахуй. Минус карлик. Так, что тут? На, ёпта. Бэтмен еще будет бояться 10 противников, только дурачки так. Это ёпта, блядь, чё, блядь, такое, нахуй? Блядь, щита. Чё происходит вообще? Я Бэтмен, карлики! Иди сюда, где мой пистолет? На тебе в бошку прям. Опа, еще один. Еще один. А чё, он не умирает? Эй, алё, ты чё, карлик? С кулака, ёпта. Нахуй пистолеты, пистолеты для лохов. Hosted situation. Ну и только начало игры, ну, там немножко прошел 2%, но... Надо будет поиграть все-таки в эту игру, блядь, пиздатый все-таки, как-никак. Пока новая не вышла, если новый выйдет, уже не особо будет охота играть. Так, понятно, в общем, пришел, что-то двоих убил, и давай хуярь куда-то вообще в другое место. Ну вот, видите, туда же поселяться, походу, не используется, потому что вот эта вот круглая хуйня, она, сами видите, нихуя не круглая. То есть можно полигоны считать, вон, здоровенные полигоны, как ясь. Здоровенный ясь, да, здоровенный полигон. Кстати, карлики еще, наверное, ясь даже не помнят, потому что они пиздюками были, когда про ясь шутили. Хотя мне этот прикол никогда не нравился. О, смотри, истребитель МиГ-25, ёпты. Ой! На нахуй. Чё такое-то? Бэтмобиль, альтрайз, Бэтмобиль, это что такое, блин? Блять, не туда, куда ты летел. Да, прикольная все-таки игра, вот вроде и не такая прям супер графонистая, что-то даже хочется поиграть. Опа, это такой, посылку скинули, блядь. Ебать, новый костюм Бэтмена. Ну-ка, ну-ка. Опа, ну, конечно, не хватает RTX, да. RTX, кстати, забыл сказать в аналитике на PS5, что RTX там будет, и... Это даст большой прорыв по RTX, потому что раз будет в консоли, они будут практически в каждой игре, по крайней мере, топово его использовать, и значит,
Это станет стандартом де-факто, это хорошо. Хоть там и слабая видюха будет. Правда, один карлик что-то написал, там какой-то быстрый RTX будет, но не знаю. Видюха там, по сути, слабая. Там написали чуть ли не на уровне 3060, что-то такое. Хотя какой 3060, там 2060, наверное. 2060 супер. Блять, заебали. Мистер Уэйн. Блять, если бы у меня был такой костюм, Карина Шпак быстро бы ко мне прибежала. Да. Так, что такое? Начать испытание. Пройдите тренировочные программы ДР, блять. Ты вообще графон пришел смотреть или не тренировочный проходить? Дайте я лучше, знаете, в город слетаю, хочу на тачке посмотреть. Так. Ай, блядь. А, я думал, тут океан, тут не океан. О, поезда. Ух ты, а там карлики какие-то. Блядь, блядь, здесь бегать на пробел, о чем говорить? Игра какая-то ебанутая. Так, ну брусчатка такая. О, ебать, Counter-Strike 1 там. Ух ты, карлики, ебать, борзые. Я Бэтмен! Вы чё, бля, авторитет? Я, блядь, этот нахуй. Нихуя себе, он как сделал это, он как посмел-то. Блядь, пидорасы нахуй. Не уважает нахуй Бэтмена, ёпта. Ну за это они поплатятся нахуй. На, просто. Я просто клацаю left click и все. Ну то есть тупорыло, конечно. Потому что. Клацать left click это. Ну, это поезд, да, вот в метро там ультра охуенные поезда. Но здесь такая темень, что нихуя не видно. Ну и понятно, что поезд такой себе. В общем. Ну его тупо не видно. Ну понятно, что, конечно, метро это, бля. Короче, травка тут вообще никакая, блин. СС. Ну как, GCFD, блядь, как СССР практически. Так, куда ты дальше полетел? Ну, пластмассово. Сблизи, конечно, это все похуже выглядит. Вот издалека, когда сверху, выглядит получше. Сблизи похуже. Пластмассовость. Полная пластмассовость. Все пластмассово. Вот машинка едет. Блядь, как меня бесит, что бежать на пробел. Это вообще какие придурки это? Они вообще играли в другие игры, эти идиоты, блядь. Да, ну тут, конечно, вот если вот это посмотреть, вот на это здание, конечно... Ужас на самом деле. Издалека получше выглядит. Я хоть и повторяюсь десятый раз, но... Заблизило. Во, машинка, блядь. Сейчас меня пиздить начнут. Наводим порядок, блядь. Блядь, тут практически GTA машины есть. Почему у меня нету пистолета, я не могу понять. Блядь! Я поехал, карлики! Бежите за мной! Взрывчатый гель. Ч это за хуйня, блин? Что здесь я пшу инфазу? Загадочника, бля. Так, ну ладно.
Батя навел, так сказать, порядок на улице Готэма. Так сказать. Не можешь навести порядок в мытищах, хотя бы в Готэме наведи. Так, значит, такая машинка. Ну, машинка, конечно, фуфло полная. Пробел залезть. Я хотел внутрь залезть. Внутрь можно? Да ёб твою. Какой Бэтмобиль, придурок, бля, я хочу залезть в эту машину. Ну тут, походу, нельзя, да, я так понимаю? Блядь. Да куда ты улетел, придурок, блядь? Блядь. Ебанутый, а, вот она. А как же в машину-то залезть? Нельзя, что ли? Влево присесть, бег. Использовать устройство, левая кнопка. Сесть, Е, но это, видите, Бэтмобиль вызвать. А, типа, в Бэтмобиль ты можешь, а не в Бэтмобиль. Это сложная игра, бля, он посмотрел, сколько кнопок там. Не дай бог все это. Бля, я хочу бежать и все время жму на shift. Это надо на пробел. Ну, бля, да, конечно, в 20-м году это вообще никак. Ну, что они по мне стреляют? Я добрый. Ну, нет, тачка никакая на самом деле. В мафии, блядь, тачки. В мафии второй тачки были лучше. Нет, вы только вдумайтесь. В мафии второй тачки были лучше. Да даже в GTA 4, по-моему, тачки были лучше. Пробел, пробел, пробел. И что-то удерживать, нахуй, что удерживать. Так, но вы все равно ставьте лайк на трансух. Также смотрите все мои предыдущие два обзора на 2080. Смотрите аналитику на PS5. Ну, понеслась. На, нахуй, ёпта. За чистоту расы, ёпта. Так, больше, конечно, для школьников. Школьники, наверное, вообще в шоке от этой игры. Прогуливают школы. Это мы, бумеры, еще спокойно смотрим. Да, Готэм, конечно, погряз. В преступности, в насилии. Блять, хоть бы здесь был какой-то, как вам сказать, индикатор преступности в Готэме. Ты типа когда вот их отпиздил, да? И индикатор, ну, типа, уменьшился. Ну, чтоб был какое-то очищение города. Нихуя он там ебошит, блядь. По-моему, он сам уже делает все. Я уже даже ничего не жал. Ну, Бэтмен, конечно, он карлик такой. Так, вот смотри. Камцумир. На, нахуй. Ну, конечно, это да. А чё ноги не оторвало? Странно. Ладно, все, ставьте лайк, покедово, в принципе, нормально посмотрел. Здесь все понятно, здесь нет смысла больше смотреть. Все пластмассовый, уже графон. Блять. Не вывозят. Очень все заебали меня, нахуй. Пиздец. Теперь каждый долбоёб будет ко мне подъезжать драться со мной, что ли? Почему они по своим АУЕ каналам, блядь, не... Уже это, не рассказали, что со мной нельзя связываться? Не-не, ну вот это вот, смотрите, ну это вообще нереалистичная тачка и все. Конечно. Уже не тащит никак вообще. Все, покедово, лайки с вас, покедово.